Здравствуйте, друзья. Я сегодня решил сделать это видео. Вы знаете, что здесь в Атланте есть очень такие, как говорится, горячие места. Отношения между расами и между полицией, между афроамериканцами. И мне что пришло в голову? Я несколько лет назад решил учить африканс. Мне нужно было, был проект «Холодной войны». И я просто так забросил, честно сказать, язык такой трудный. Но последнее время, после того, как вот здесь что-то стало в Атланте, я просто вспомнил, что вот у меня была такая мысль в свое время, что Южная Африка стала каким-то образом примером для других стран после плохих расовых отношений много лет. Так вот, смотря на Южную Африку, изучая ее опыт, как говорится, можно будет предсказать эвентуально, какие отношения будут между афроамериканцами, например, даже в той же Джорджии или в других частях Соединенных Штатов. Наверное, мне придется более серьезно заняться африканс, потому что есть очень много форумов, которые только на этом языке. И они вот точно объясняют, какая ситуация сейчас происходит между датчанами и датского происхождения людей в Южной Африке, буров, и то, что в данный момент там после смерти Манделы. Мандела в свое время, у него был очень большой авторитет, и он сказал, что чтобы не было вайленса. Но после его смерти иногда насилие увеличилось в различных местах. Так что просто интересно смотреть. Это будет страна Южная Африка, как опыт для других мест в мире, где краев в мире, где были плохие расовые отношения. Ну, сегодня до свидания.